Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем цикл передач под названием «Очерки армянской истории». Да-да, именно армянской истории. Я Камран Асанли и мой коллега Тюркель Сулеймалы. Мы будем рассказывать о армянской истории, будет экскурс в армянскую историю. Про цель, Камран Бей, не забудем. Некоторые наши сограждане, некоторые наши историки даже говорят, что типа армяне не имеют древней истории, не было, так сказать, древней Армении. Армения возникла откуда-то, ну, они какой-то помесь, типа цыган с какой-то другим народностью. Есть такое, да, версия, что армяне — это народ, возник от смеси цыган, местные автохтонные народы какие-то какие? Смешались. Но, это но я... мы с этим не согласны. Это, мы даже говорим, что это полная конспирология, да, конспирологический подход, так что Армения существовала. Древняя Армения. Древняя Армения. Минимум 2500 лет истории есть. И была и Большая Армения, и Малая Армения. Правда, сейчас почему-то используют термин «Великая Армения». Да, но я изучал этот вопрос немножко, и в древних рукописях, и в древних источниках нигде не пишется, что название «Гретус Армения» везде, «Мажорикус Армения». То есть? То есть Большая Армения. Большая по сравнению с Древним Римом? Нет, ну, конечно, по сравнению с Древним Малой Арменией. Есть Большая Армения. Если мы переведем исторические параллели, то и в российской истории тоже подобное есть. Во всех европейских источниках называли Золотую Орду Большая Тартария, а Московию Малая Тартария. Ну, это другая история, конечно. Да. Армянская история. Мы будем вам приводить некоторые факты, уникальные факты. Вам будет очень интересно, вы не будете скучать. Факты, которые свойственны только армянской истории. И сегодня мы приведем первый факт. И которые, кстати, доказывают уникальность древнеармянского народа. Ну, тут есть один очень небольшой, очень такой экскурс сделаем, чтобы потом не было путаницы. Есть очень разные, достаточно серьезные люди, историки, которые говорят, что нынешние армяне и древние – это разные народы. Мы в это вдаваться не будем. Мы говорим только о том, что да, древняя Армения существовала. Да, ну есть протоармяне, ну у всех народов, конечно, историки так подходят. Древние греки, это микены, дарийцы, сегодняшние греки, конечно, и не микены, и не дарийцы. Ну и армян тоже конечно, в истории происходило, этнос менялся. Но мы будем считать, что 2500 лет – это история Армении. Итак, первый факт. Древнейшая профессия, которую изобретенял, я думаю, что еще до армян. Да. Будем называть все своими именами. Это профессия, которую мы сейчас называем проституцией. Вот так эту проституцию древние армяне довели до святости. Они организовали храмы по названием Энетис или Анетис. Разных источников по-разному называется. Энетис или Анетис. В этих храмах избирались армянские девушки, жрицы. Они превращались в жриц. Очень красивые, эротичные, и обязательно из аристократических семей. Вот в этом есть соль. Не будем пока не перескакивать через этот факт, это очень важный факт. Страбон пишет, что после армян в других странах тоже были храмовые проституции, то есть были специальные храмы, в которых местные девушки занимались проституцией. Но дело в том, что если в других странах, например, богатые люди, обеспеченные люди ради блага страны, ради блага церкви, как они ее понимали, они отдавали только благо храма. Благо храма, да, не церкви, да, церковь немножко христианская, еще до христианства это было. Они в эти храмы отдавали своих рабов и рабынь для служения. Ну, гетеры, например, в Греции, в других странах тоже это было, и в Персии было, и в Римской империи было. Но, именно удивительно то, что в Армении существовал обычай, когда знатные, богатые семьи отдавали своих дочерей, причем еще девушками, и об этом пишет Страбон, что девушками, именно девственницами, чтобы они вот там в храме постигли азы этого, в смысле, может, малопочетного, но многодоходного дела, и дальше совершенствовались и приносили пользу храму и родине, о чем сейчас Камран расскажет. Да, я хочу сказать, что весь истеблишмент, вся элита армянского общества гордилась этим. Если семья смогла отдать свою красивую, конечно, эротичную девушку в этот храм, она, конечно, проходила там особые курсы. Да. Но можно назвать вот этот древний храм святой секс-академией. Да, вот Святой Академии секса. Да, Святой Академии секса. САС. Девушки, да, проходили. Почти как спецназ, просто. Да. Просто это сексуальный спецназ, так сказать, армянских девушек.
Да, и вот они проходили курсы, если девушки проходили курсы и сдавали определенные экзамены, они оставались в этих храмах и обслуживали обязательно туристов, так будем называть, гостей Армении. Да, вот в этом еще одна другая особенность очень. Дело в том, что местные армяне и не местные, вообще армяне в этот храм не допускались. То есть мужчины не допускались? Мужчины не допускались. К этим жрицам они не допускались? Да. Этот храм, он служил именно для иностранцев, для странников и так далее. То есть, таким образом выходит, что Кямрам, мы только что с вами сделали еще одно открытие, выходит, что армяне изобрели не только храмовую проституцию, они еще изобрели валютную проституцию. Ну да, да, да. Естественно, если туда приходил перс, грек, римлянин, ассирийец, вавилонин, и так далее, то он приходил со своими деньгами, то есть иностранной валютой. Выходит, армяне изобрели валютную проституцию. И притом валюта тогда была натуральная, тогда еще денеж, бумажные деньги не еще бумажные, не, да, не были изобретены, поэтому в золоте, золото, в серебре. Но самое главное, что этим девушкам, красивым девушкам, этим жрицам, секс и святым жрицам, эти деньги не отдавались. Деньги собирались в казну, казну царя, и использовались только в государственных, государственных целях и дворцовых целях. Девушки ни копейки, ни одной золотинки от этой валюты не имели. Даже Страбон пишет, что так как там были девушки из богатых семей, иногда они сами еще приплачивали. То есть, выходит, не знаю, по каким-то своим причинам, но еще приплачивали своим клиентам. То есть, клиент заплатит, еще они заплатили в кассу заведения. И тут выходит, что они, так сказать, возвели это служение, как бы служение своему Господу, Аствасу. Наверное, так называется. Ну, там разные господы были. Да. Ну, Аствасу будет, по это знаем. И царю, то есть это было, если у других народов это была служба почетная, например, служить царю, сказать, народы, так у казаков, например, то у них служба царю выражалась у армян таким образом, что для того, чтобы служить царю, надо было отдаваться иностранцам. И только иностранцам. Да. Так армяне туда не допускались, мы это уже сказали. Не только бедные, даже и богатые армяне туда не допускались. Да. Должны были, ну, нельзя назвать людьми. Таким образом, клиентами, богат... да, просто туристы, люди, которые служили Богу, посещали храм, они должны были обязательно быть иностранцами. Есть еще один удивительный, другой факт. Извиняюсь, Кемран, я вынужден перебить. Таким образом, богатые армяне тоже назвали свои. Я бедный армянин, меня не пускают в этот храм. Нет, их, конечно, не пускали. Но есть еще другой, тоже удивительный это факт. Есть эти девушки, не могли сдать определенные экзамены. Они, конечно, возвращались семьям, этим аристократическим и богатым семьям. И в этих семьях царила настоящая трагедия. Потому что потом эти девушки оставались нежеланными. Они не могли выйти замуж. А вот наоборот, девушки, которые заканчивали службу в этом храме, а девушки, конечно, не до конца жизни там служили Богу, ну, лет 5-6, и возьмем так, если они поступили 16-17 лет в этот храм, они заканчивали свое богослужение лет 23-24. Максимум 26, 10 лет, да, скажем. И после этого они становились самыми, самыми, заметьте, желанными невестами во всей стране. Самым престижными, желанными. И при том, желанными и престижными только для богатых и высоких семей. Да. Даже иногда женихи, богатые, аристократы, на турнирах воевали или там просто состязались, да, чтобы взять жены этих невест. И тут еще один парадокс. Вот в средневековье в Европе тоже были турниры, рыцарские турниры, когда рыцари сражались за руку дамы. Но тогда это была принцесса, графиня, герцогиня и так далее. Естественно, девственница молодая. То есть они сражались, чтобы обладать самой престижной молодой женщиной, невестой или девушкой. А у них наоборот, сказать, они обладали, выходят, сражались, состязались, чтобы сказать, за руку и сердце самые, сказать, многоопытные женщины. И еще один другой факт есть, что вокруг и Большой Армении, и Малой Армении, остальные страны древнего мира, несмотря на то, что у них тоже были свои обычаи, которые для, сегодня для нас кажутся очень удивительными и странными, да? Но они все это воспринимали уже тогда очень странно, что в храме служит девушка Богу, она занимается проституцией, зарабатывает деньги, но не для себя, не для своей семьи, а именно в казну царя и в казну
Еще это именно, что девушка из богатой, престижной семьи, истеблишмента. И тут еще один парадокс другой есть. Вот это то, что мы сказали, да, в начале разговора, что является ли нынешний Хаястан преемником древней Армении, и, может быть, и некоторые товарищи армяне, которые будут смотреть это видео, скажут, ну вот, два неграмотных турка там сидят, и они не знают, что если существовала такая страна, как Хаяс. И эта страна является прямым, значит, нашими, значит, древними дедами там, и так далее, и мы их преемники. Так вот, если это так, то еще один интересный факт. Как известно, существовало древнее хеттское государство. То есть империя, великая империя. Империя, хеттская империя. И причем... соперничала с Египтом, это величайшая империя. Да, причем их происхождение. Индоевропейское. Индоевропейское. Первая индоевропейская империя в истории, может быть. И вот когда один из самых знаменитых царей древних хеттов, Сулельмяе, да, у него имя очень сложное. Вообще хеттские имена, они очень сложные. Да, вы можете найти в интернете или там в книгах прочесть, очень сложно, пусть меня простят за его происхождение. Этот Сулельмяе в результате одной войны отдал свою дочь, извиняюсь, сестру, за царя Хаясов. Но в брачном договоре были такие слова, что он не может приближаться к сестре и другим сестрам, двоюродным сестрам, кузинам, невесте. Так как, оказывается, у Хаясов был обычай, человек, женившийся на девушке, на женщине, имел право на сексуальную связь и с его, ее сестрой, и с кузинами. И поэтому этот царь запретил, так сказать. Я знаю обычаи Хаясову, конечно, указал все это в договоре, и при том этот факт приводит Страбон. И вообще, вот мы сейчас хотим сказать всем нашим зрителям, и, конечно, зрителям особенно армянского происхождения, сейчас, конечно, подумают, что вот два человека тюркского происхождения, опять хаят армянскую историю, чернят там все, армянскую историю. Но мы сейчас приведем источники. Например, вот сейчас факт, который сказал мой коллега о древних хеттах и хаясах, это факт из Страбона. Да. Страбон приводил эти факты. Древний историк, античный историк, один из самых авторитетных античных историков, который к тому же не является ни тюрком, ни тем более ислама вообще тогда не был, ни мусульманином, и никаким образом не причастен, так сказать, ни азербайджанцам, ни тюркам и так далее. А факт о храме Энетис или Анетис, конечно, тоже привели очень весомые люди. Один из них это Фридрих Энгельс. Тот самый. Тот самый Фридрих Энгельс, это величайший философ, великий идеолог, соратник Карла Маркса, основатель коммунизма, там все, как хотите его можно назвать. Фридрих Энгельс в своей книге о происхождении семьи, частной собственности, государства. Так что это очень серьезный труд, который вы не можете опровергнуть, товарищи армяне. И второе, значит, не менее весомый ученый мировой истории, основатель научной криминологии, итальянский ученый Чезаро Ломброзо в своей книге «Женщина-преступница и проститутка», которая, кстати, отнюдь не посвящена армянской истории. Там просто он в этой книге, значит, изучает роль женщины в древнем мире, в средневековье, Европе и так далее. И небольшая глава там посвящена именно Армении, несколько там страниц. Так что оба этих историка, Хамран, философ. Да и трудно их обвинить, и Фридриха Энгельса, и Страбона, да, и Чезаро Ломброзо в арменофобсе. Да? Да. Абсолютно лояльные люди, абсолютно никогда не писали предвзятые мнения. И Фридрих Энгельс, и Чезаро Ломброзо, и Страбон. Они указывали на эти факты. Да и происхождение этих авторов, посмотрите. Страбон – это античный историк, грек. Энгельс – немец, а Чезаро Ломброзо – итальянец. Еще. Вы никак не можете обвинить их в ангажированности турецкими спецслужбами, потому что во времена Энгельса, и помните в фильме, говорит, во времена Шекспира не было сигареты, друг. Так вот, во времена Энгельса, Чезаро Ломброзо, Турции не было. Была Османская империя. Да. А вы не можете обвинить их в том, что ангажированность османскими спецслужбами, потому что то же самое Османская империя к армянам относится очень хорошо. Многие военачальники, паши, генералы, министры и даже садразам, то есть премьер-министр в Турции были армяне, так что... Да и в турецкой истории то же самое. И ближайший соратник Ататюрка это был Акоп Дилачар, да, и другие. Личный врач это... Да, никогда не было армянофобства. Но мы просто сегодня рассказали о первом факте. Этих фактов будет 8. У нас цикл передач.
Я думаю, что вы не будете скучать, вам будет интересно. Итак, первый факт. Первый святой храм секс-академии. Мировой, первый и последний. Изобретена, да, изобретена древними армянами. То есть храмовая проституция изобретена древними армянами. Этому изобретению 2500 лет. В следующих передачах у нас будут другие факты, не менее интересные. Смотрите.